Всем привет, с вами Вячеслав Опилкин. Сегодня я пришел на пункт выдачи Wildberries получить долгожданную посылочку от проекта «Живая очередь». Вот, я выиграл сейчас в недельную лотерею, был розыгрыш книг, и я выиграл вот одну из таких лотерей. Вот, и сейчас я пойду, заберу свою посылочку и покажу вам, что мне прислал проект «Живая очередь». Ну что, все, вот они книжечки, который мне проект отправил. То есть самый богатый человек в Вавилоне и богатый папа. Все, посылочку я получил. Спасибо проекту за интересные подарки. Будем в дальнейшем продвигать этот проект и участвовать в таких прикольных розыгрышах.